Бриллиантовую свадьбу отметили жители Люберец, супруги Кузнецовы. Николай Сергеевич и Тамара Ивановна идут рука об руку 60 лет. С юбилейной годовщиной семейную чету поздравил глава округа Владимир Ружицкий. Понятно, что возраст делает свои дела. Никуда не денешься, да? Да, безусловно. Ну и молодые. Да. Поэтому, вот, Тамара Ивановна, это вам. Спасибо. Вожу мужу руку. Самое доброе вам пожелание. Спасибо. Здоровья вам. Виновники торжества – коренные люберчане. Супруги познакомились в вечерней школе номер 10, учились в одном классе. Когда они расписались, Николаю Сергеевичу было 24 года, а Тамаре Ивановне – 21. Я вот лично считаю, что никаких секретов нет. Надо просто жить, нормально жить, и все. Всяко было. Ну, это без, не без этого. Да. Ну, я, честно говоря, может быть, и соглашусь. Надо согласиться. Ну, надо как-то смотреть и для себя чего-то думать, что сделать, чтобы все было спокойно в семье.